Поэт – это философ конкретного и живописец абстрактного. Он умеет в одном произведении передать радость, боль и изумление в одном гармоничном потоке фраз. Владимиру Глазову это удается. Его герои немного романтики и мечтатели, но в то же время реалисты и стратеги. Что вдохновляет? Ну, не знаю, жизнь. Это тут даже не о вдохновении речь, скорее о том, что о предназначении, если позволено такие большие слова говорить, да, то есть это то, без чего уже обойтись не можешь. Все-таки если 20 лет пишешь, то не потому, что уже хочется, а потому что по-другому себе эту жизнь уже не представляешь. Для Владимира Глазова эта книга первая. Сам он не называет ее сборником. По словам автора, это скорее совокупность лучших наработок за 20-летнюю литературную деятельность. «Время собственное» представляет собой наброски жизни человека, который мечтает и ждет, верит и надеется. Теперь творчество Владимира Глазова будет доступно большому кругу читателей. Брестская областная библиотека имени Горького впервые проводит творческий вечер, творческую встречу с поэтом, брестским поэтом, пишущим по-русски Владимиром Глазовым. Владимир Глазов – это поэт, последователь, как он сам выражается, традиции Цветаевой, Иосифа Бродского. Поэт нестандартный, со своей особенной изюминкой. И эта книга стихов «Время собственное» – это первая его официальная книга стихов. На творческую встречу пришли самые близкие автору люди – наставники в литературе и друзья, коллеги по перу и почитатели рукописного творчества. Вместе с ними Владимир Глазов цитировал свои стихотворения, обсуждал новые темы для творчества, делился планами на будущее. Творческий вечер стал ярким мероприятием в общественно-культурной жизни областной библиотеки.